Давайте поговорим о том, как манипулировать вершинами, ребрами и гранями нашего меша в EditModе. По умолчанию мы уже можем выбрать Vertex с левой кнопкой и перемещать его инструментом Move. Мы также можем выбрать несколько вершин, кликая на них с зажатым шифтом. Это позволит нам поворачивать и масштабировать наши вертексы, используя соответствующие инструменты. Вы можете заметить, что при выборе нескольких вершин появляются ребра и грани, существующие между этими вершинами. Они также подсвечивают. Например, если вы выберете две вершины, то также выберется и ребро между ними. И также, если вы выберете все четыре угла куба, соответствующая грань тоже будет считаться выбранной. Технически манипулировать ребрами и гранями можно просто выбирая вершины, формирующие их. Но вы также можете изменить режим выбора. В левом верхнем углу окна предпросмотра вы увидите три иконки. Они показывают, в каком режиме выбора вы находитесь. По умолчанию это Vertex Select. Но его также можно поменять на Edge Select или Face Select. Это позволит вам напрямую выбирать ребра или грани. Для того, чтобы получить более интуитивный контроль, вы можете нажимать на эти иконки с зажатым шифтом. Так можно активировать больше одного режима выбора за раз. Например, если мы одновременно включим все эти режимы, мы можем кликать в любую точку меша и таким образом выбирать или грани, или ребра, или вершины. Box Select, Circle Select, Shift Select и большая часть других базовых инструментов выбора также работают и в EditModе. Вы также можете нажимать клавиши 1, 2 или 3 в верхней части клавиатуры, чтобы подключить соответствующий режим выбора. Эти же кнопки можно нажимать с зажатым шифтом и таким образом подключать более одного режима выбора. Еще один важный инструмент в EditModе — Loop Selection. В зависимости от выбранного режима выбора, вы можете выбирать петлю, ребер или граней. Чтобы это сделать, нужно зажать Alt и нажать левую кнопку мыши. В Vertex и Edge Select вы будете выбирать петли ребер, а в Face Select — грани. Быстрая подсказка. В Vertex и Edge Select выберется тот Edge Loop, который идет вдоль выбранного вами через Alt ребра. А вот в Face Select петля грани выбирается та, которая идет перпендикулярно ребру, которое вы прокликали.